Всем привет! Хотела сегодня снять, показать там в одном месте. Нововведение у нас в городе не так давно. Я увидела впервые. Короче, там у нас в центре, около Бибадета, бассейна нового, поставили самокаты. А вот здесь, вот около коммуны, я смотрю, смотрите, стоят велосипеды. В общем-то, делают так же, как и в Осло. Да, в Осло на каждом углу такое. И теперь вот у нас самокаты. Там фирма как-то называется, забыла я, но она в Осло тоже есть. И вот велики поставили. Буквально несколько дней назад не было. А теперь вот, пожалуйста, берите, катайтесь, как на общественном транспорте. Я уж не знаю, как там будет действовать билет. Может быть, так же 2 часа, как и в автобусе.